Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1236. События дня. Книга Сирахова, 35.14. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо он надежда его. Блаженна душа боящегося Господа, кем он держится, и кто опора его? Очи Господа на любящих его. Он могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает вращество, жизнь и благословение. И вот объявление. Умерла христианка у нас одна. Четверо детей остались. Муж глухонемой Андрей. Ну и вот так. А дальше вот тут как отпевание, проводы. Все это показано. Ну и тут решили, что надо помочь бы детям-то. И вот так на кого и как Сбербанк. Галина Александровна Загуляева ей верит, и поэтому, кто желает, может помочь. Дмитрий, с Богом, поклон отцу Петру, к нему заезжал отец Аким осенью, да, он нам об этом рассказал. Очень теплое к вам и ваше общее отношение, особенно, например, поставил отца Акима. Мудрый, рассудительный священник, сказал он Петр, отец Петр о вашем брате. Также удивляется, что насколько вы с ним разные с точки зрения характера, менталитета и одинаково во Христе. Жаль, что не получилось записать беседу на видео. Не ожидал, что так отлично все сложится. Сергей Игнатов. Христос воскрес. Игнатий Тихонович сказал про беседы наедине в поле. Я с радостью вспоминаю такие беседы в поле и в Березовой роще в поселке Потеряевка. Я не знаю никого из великих миссионеров нашего времени, столь доступных для непосредственного общения во Христе. Ну и вот так. Михаил пишет тут какой-то. Вот считайте, я буду проводить. Просто задерживайте это, чтобы можно было просчитать. А я буду продергивать. Тут о бороде сильно стали говорить. Ну вот и наш ресурс. Это воскресенье было. Ну, как батюшка здесь был, значит, литургия, потом собрание, трапеза и занятия. А вечером еще занятия по скайпу. Вот события дня, день очень насыщен воскресенье. Мне тут приходится обрабатывать материалы, загружать, отсылать. Ну, все позади. Все наши ресурсы известны. Это вот мой мир. В моем мире. Вот так вот, где я в шапке стою, сюда можно писать все.
Ну и большой православный форум Игнатия Лапкина. 1600 тем. Ну, большой у нас очень. Сайт. Ютубе канал. Ну и сайт во свете Библии. Это вот у нас все на этот день.